История нашего знакомства, на самом деле, она вообще покрыта мраком. Мы сами, наверное, не помним, когда мы познакомились. Первая наша встреча, это было... Мы пошли в такой пикничок-поход на одну речку в Малиновке. В общем, наша классная руководительница организовала это, и там мы и пересеклись. Наше первое свидание, мы пошли в МАГ. Было, ну, вообще идея была такая, что мы должны были пойти как на встречу друзей по школе. То есть я после 9 класса ушел в лицей. И вот мы решили собраться втроем. Я, Саша, Настя. И пойти в МАГ, и там потом может в кино сходить. Но получилось так, что Настя не смогла. Мы пошли с Сашей вдвоем, ну и, собственно, это и было начало. Но до этого мы очень долго друг друга знали, мы шли вместе. Мы даже сидели за одной партой. It's been burning from the start. Every hour, every minute, every single moment. And all I wanna do is sit right here with you. Ooh. I know you're the one for me. I've known forever, can't you see? This is love, when you turn and look at me, I feel electricity cut through every part of me. This is love, this is love. Существует легенда, что у каждого из нас на Земле есть вторая половина. Но далеко не всем суждено найти ее. Как трудно в этом огромном и сложном мире найти человека, который будет любить, ценить, принимать твои недостатки и восхищаться твоими достоинствами, который всегда поймет и простит. Союз двух людей, объединенный в единое целое большой любовью. Что может быть прекраснее? Together perfectly. This is love, this is love.